Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Продолжаем рассуждать о значении предстоящих 13 сентября выборов в районные советы депутатов. И сегодня будем говорить о роли общественных советов микрорайонов в реформе местного самоуправления и какие еще полномочия получит районная власть. В нашей студии член консультативного совета ветеранов при губернаторе Самарской области Михаил Ковшов. Здравствуйте, Михаил Федорович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что же за выборы нам предстоят 13 сентября? И, на ваш взгляд, имеют ли они какое-то особое значение? Вот чем-то они отличаются от других? Как известно, инициатором вот этой реорганизации местного самоуправления в Самарской области является губернатор Меркушкин Николай Иванович. Я его знаю давно, 40 лет. Еще с тех времен, когда он был секретарем комитета комсомола Мордовского госуниверситета. Все эти годы я наблюдал за ним. И что его отличает от многих других руководителей? Стремление, постоянное стремление вносить что-то новое в управление для пользы людей. Иногда кажется, его предложение не совсем подходит. Сначала все сейчас новое так воспринимается. Такую бурную реакцию, в некоторых случаях даже отрицание кого-то. Но вот из опыта работы в Мордовии, а мы с ним там вместе работали, видно, что в конечном итоге он оказывается прав. И все это он делает именно для того, чтобы людям лучше жилось. И достигает результата. Это видно на примере Мордовской республики и города Саранска. Не случайно в городе Саранске, казалось бы, он невеликий город, и чемпионат мира будет по футболу, и туда едут многие политические деятели мировые на разные мероприятия. Там он достиг многого. И здесь старается сделать то же самое. Поэтому я считаю, что народ самарский, прежде всего город Самары, должен очень серьезно поддержать эту инициативу губернатора. И в конечном итоге, я считаю, это даст положительный результат. Угу. А что будет в результате вот этого процесса реформирования местного самоуправления? Вот какие цели ставятся? Что вот мы... передо мной закон Самарской области от 30 марта 2015 года, номер 23 ГД. Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самары и Самарской области. Здесь заложены основы. Угу. Как будет реорганизовано местное самоуправление? Смысл вот такой. Вот я в Самаре после работы в Мордовии, работал здесь заместитель начальника Куйбышевской дороги, я наблюдаю внимательно, как здесь в городе шли дела. И роль районов городских, а здесь районы имеют существенное количество населения. Да. Отдельные районы такие, как сам город Саран в целом. И так сложилась ситуация, что то ли им не дают власть должную, то ли они сами ее не хотят брать. Но в конечном итоге, их роли в руководстве хозяйством, в решении насущных проблем населения должен не видно. Угу. И вот смысл этого закона о местном управлении, главная цель все-таки привлечь это звено к решению жизненно важных вопросов для людей. Да, тем более, что на местах, как говорится, всем виднее, какие проблемы, как можно лучше, эффективнее их решить и так далее. Сегодня у нас очень активизировались общественные советы микрорайонов, тоже созданные по инициативе губернатора Николая Ивановича Меркушкина. И вот эти вопросы реформирования, эффективности власти обсуждаются на уровне и губернатора, и главы администрации Самары. Давайте посмотрим сюжет и потом его обсудим. Хорошо.
активисты, старшие по домам и подъездам. Немало сил они тратят на то, чтобы сделать жизнь в своем доме комфортнее и уютнее. Председатели советов многоквартирных домов хорошо знают, как долго порой приходится этого добиваться. Беседа на встрече с главой региона Николаем Меркушкиным в конструктивном рабочем ключе. Одна из главных тем – реформа местного самоуправления. На нее активисты возлагают большие надежды. Вопросы капитального ремонта домов, благоустройства дворов и внутриквартальных дорог теперь будут решаться на местном уровне в разы быстрее и эффективнее. А главное, районные власти в своей работе будут руководствоваться мнением горожан. А жители контролировать, на что тратятся бюджетные деньги. Очень многое определяют самими людьми, очень многое. И будет еще больше определяться самими людьми. И насколько люди будут вовлечены в этот процесс, в процессы созидательные, конструктивные процессы. От этого во многом будет зависеть и результат, и комфортность проживания, и во многом уровень жизни. Именно старшие по домам станут связующим звеном между жителями и властью. К тому же многие из председателей советов МКД – члены общественных советов микрорайонов. А общественные советы в перспективе будут наделены законодательной инициативой, правом предлагать новые законопроекты. Изменения в Самаре уже заметны, говорили старшие по домам. В регионе успешно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году будут отремонтированы 500 жилых зданий. Разительные перемены и на улицах города. Жители домов в районе улицы Маломосковская долго ждали, когда преобразится сквер Мира. Сейчас он приобретает европейский вид с цветной плиткой и рулонными газонами. Вы когда-нибудь видели, что, чтобы столько тротуарной плитки было положено? Вообще видели? А видели, чтобы столько было отремонтировано тротуаров? Николая Пано в жизни никогда не ремонтировалась Николая Пано. Сейчас она идеальная. То есть это люди реально работают. Как дальше будут развиваться районы и город в целом, полностью зависит от самих горожан, от выбора, который предстоит сделать 13 сентября. В районные советы депутатов должны войти люди, всей душой радеющие за благополучие и развитие своего района. Люди, чьи интересы будут совпадать с интересами жителей. Вот 13 сентября выберут депутатов райсоветов. А что будет с общественными советами микрорайонов? Вот у них сохранятся вот эти функции? Вот оно останется таким же важным, вот это значение вот этих таких территориальных организаций? Ну, цель реорганизации местного самоуправления как раз главное состоит в том, чтобы не только сохранить то, что было в области деятельности этих общественных советов, но и придать им больше полномочий, возможностей в решении насущных проблем населения. Вот как работают эти местные органы, я могу смотреть на примере нашего дома, где я живу, Арцебужской 3А. Мушкарова Татьяна недавно стала председателем ТСЖ. Она там все, и председатель совета, и ТСЖ, вокруг нее вся жизнь вращается. И вот до нее были три председателя. Двор был запущен, грязный, неухоженный. Сейчас эта картинка во дворе самая настоящая. И вот решение этих вопросов, прежде всего, зависит, вот, кто встанет правильно во главе этих общественных советов. Да, от инициативности. И тут новые власти районные должны внимательно подходить к этому вопросу. Искать этих инициативных людей, выдвигать их, с ними контактировать, им помогать. И тогда за короткое время будет не узнать город Самару. И особенно его дворовые территории. Вот как раз мы коснулись темы выборов. Вы сказали, кандидатов много, нужно, чтобы были они инициативными. А как выбрать правильно? Потому что вот есть много списков партийных, есть очень много выдвиженцев, самовыдвиженцев. Как разобраться? У меня есть здесь с давних времен, а я мэром города работал. Эту проблему знаю не понаслышке. Здесь важно, чтобы депутаты, руководство районных советов и города были единомышленники с губернатором. Если этого не будет, будет результат то, что было раньше. Все мы были свидетелями этих распрей, которые были между руководством области и городом. А говорят, даже в советское время было. Даже в советское время. Не так это афишировалось, но было тоже. Правда или нет? Это
самая настоящая неправда. Неправда, да? Никогда у руководства города не было каких-либо разногласий, да и не могло быть в то время. Угу. Потому что руководила партия в конечном итоге. И она быстро ставила все на место. Понятно. В чем-то, может быть, неправильны были действия коммунистической партии. Но вот в части соблюдения этого уровня руководства и единства здесь выполнялось все четко. И это помогало только в работе. Вот как раз при советской власти уже районные администрации имели полномочия довольно такие большие, финансы, было такое время. И вот как вы его охарактеризуете? Что это было? Это эффективное было руководство в то время? И можно ли то время сравнивать вот с нынешним, которое тоже будет? Те же полномочия, появятся и деньги у районных администраций. Вы знаете, сравнивать совершенно нельзя. 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 И ссылаться на тот опыт при решении проблем управления городом сейчас уже нельзя. Тогда было все четко ясно. Любые вопросы был городской комитет партии, районный комитет партии, областной комитет партии. Какие бы разногласия ни возникали, они решались коротко, быстро, четко и в срок. И никто не мог возражать. Сейчас немножко другое. Хотя, еще раз повторяю, ведь когда идут на выборы, ну, партия одна там, Справедливость, ЛДПР, Коммунистическая партия России. Ведь в конечном итоге программа у всех одна и та же. Никто не написал, что он будет работать во вред людей. Все говорят, мы за народ, мы все сделаем. Но когда приходит к власти, на разных уровнях разного рода деятелей начинаются вот эти самые распри. И если сейчас, вот в эти выборы 13-го, люди пойдут на поводу у некоторых ретивых общественных деятелей, как они сейчас себя любят называть, не говорят, где работает, он общественный деятель. Деятель-то деятель, а надо, чтобы работа была. Поэтому, если нам удастся избрать в районный совет, а затем из представителей районных советов в городской совет, а затем и руководство районов и города, людей одной команды, нынешнего губернатора Меркушкина Николая Ивановича, результат будет хорошим. Если мы пойдем на поводу у различных общественных деятелей и начнем избирать, кто в лес, кто по дрова, хорошего результата ждать не придется. Вы как управленец с таким опытом, скажите, пожалуйста, какие критерии существуют эффективной, вот хорошей городской власти, власти в масштабах города? Вот власть это считается хорошей и для горожан, и там еще для кого-то. В каком случае? При каких критериях? Вот как она оценивается? Критерий такой. Любой руководитель любого ранга, областной или городской, должен приставить палец к колбу и сказать, что человеку надо. Ага. От этого отталкиваться. И взять из опыта своего личного, своей семьи. Что надо для твоей семьи? Так сделай это для города в целом, для района в целом. А что ему надо? Прежде всего, чтобы он в хороших условиях родился. Угу. Значит, здесь роддом. Да. Чтобы он воспитывался в хорошем детсаде. Отсюда демография, так называемая. А у нас сейчас, если плата за детсад достигает там 10 и более тысяч, а какой же рост населения может? Чтобы он хорошо учился в школе, в хороших условиях. Чтобы у него были хорошие преподаватели. Чтобы он мог по возможности бесплатно или за минимальную плату поправить свое здоровье. Чтобы он мог найти себе приличную работу.
достойно оплачиваемую. Чтоб мог хорошо питаться. И, я бы сказал, очень важный момент. Как его обслуживают коммунальщики. Ага. Вот тут полностью зависит. Вот как раз это звено, которое сейчас мы желаем усилить в результате выборов, должно сыграть, я считаю, главную роль в решении этих вопросов. Ведь где сегодня проблемы в управлении коммунальным хозяйством? С одной стороны, ТСЖ. Я уже говорил вот о нашем хорошем ТСЖ. Да. А есть и плохие ТСЖ. Второе – эти пресловутые управляющие компании. Вот каждый день включая телевизор, и кругом разговора, где они проворовались, где они проявляют равнодушие. Ведь главная цель сейчас существования этих управляющих компаний, их цель – это достижение прибыли любой ценой. Им от того, как живет ветеран труда Иван Иванович Иванов со своими родственниками, им в большинстве своем на это ноль внимания. А вот сколько он получит прибыли, сколько он положит в карман, это для него главная цель. И я считаю, это мое личное мнение. Оно может быть у других другое мнение. Но поскольку мне предоставили право, демократическое право выступить сегодня здесь, я это говорю. Я считаю, что эти управленческие компании, все, которые управляют коммунальным хозяйством, должны быть в подчинении районов. Районов даже? Не районов. Города. Районов. Именно районов. Город Большого Самара. Больше миллиона. Я это работой мэром ощущал. Даже в городе Саранске то зачастую было до каждого двора, до каждого там микрорайона. Не хватит время. А здесь именно район. Именно в районном звене должно быть организовано, я считаю, управление жилищно-коммунального или отдельно жилищного, отдельно коммунального. Ну, лучше объединенное. Подчинение которых должны именно муниципальные органы быть управления, а не частные компании, которым захотелось сегодня подзаработать, и они управляют. Да еще зачастую, вы знаете, как бывает, что две разные компании одному жильцу присылают плату за то, что они управляют и чем-то командуют. Вот я считаю, что после выборов путем проработки этих вопросов тщательно. Это очень сложный вопрос. И просто так решать сразу с бухты-барахты нельзя. И именно здесь должно быть четко определено функции, обязанности. Вот этого звена управления коммунального хозяйства. И чтобы этим управлением коммунального хозяйства руководил опытный человек. Mm-hmm. Вот здесь я хочу обратить внимание слушателей на один момент. В законе записано, что главным человеком становится избранный председатель районного совета. Общественный. Но когда будет это все отлаживаться, отрабатываться, надо учесть, что главным человеком, с кого все-таки будут спрашивать, это глава администрации района. И если во главе совета может стоять даже общественный деятель, а вот, извините, во главе администрации района должен стоять хозяйственник, проработавший какое-то время директором завода, начальником строительного управления, треста, руководитель транспортной организации и так далее. Чтобы он знал низы хозяйственного управления. И есть такой момент. Это из моего личного опыта, я знаю, в городе Саранске. Когда в 91-м году вся эта реорганизация началась, демократическая, во главе стал председатель совета.
И он начал командовать по всем хозяйственным вопросам, финансовым. Тогда назывался председатель горосполкома. Так вот, после меня, я уже в то время работал в аппарате Совета министров, заместителем, первым заместителем председателя Совета министров Мордовии. Стояли опытные руководители во главе горосполкома. Хозяйственники, проработающие не одно десятилетие в руководстве хозяйством. Они, к сожалению, в этих условиях ни тот, ни другой не сумели сработаться. Здесь логика простая. Почему я должен за все отвечать? А ты мной по всем вопросам руководить. Каждый день. Здесь должно быть отработано очень четко. Вот эти вот права, обязанности будут ясны. Администрация, район будет отвечать за все. А вот права у него хозяйственные должны быть значительные. Чтобы, скажем, сессия районного совета утвердила бюджет, основные направления, такие преимущества, на что должен обращать внимание. А уж вот в руководстве он должен быть, как бы, нельзя сказать, единоначалие. Единоначалие, может, слово тут не подходит. Но будет больше пользы, если он будет обладать большими правами. И главное, еще раз повторяю, кадры должны подбираться из хозяйственников. Человек, просто занимающий общими вопросами, здесь явно не подойдет, и результат будет отрицательный. А вот в нынешней избирательной кампании много кандидатов-хозяйственников? Вы анализировали, вот как-то смотрели? Вот потому что вы делаете такую ставку, что да, должны быть хозяйственники. А вот общественники, хозяйственники идут сегодня во власть? Ну, есть много людей. Их должны уже сейчас на данном этапе руководство области, города изучать, думать. Да. Кто же завтра будет? Опять-таки, я к тому опыту, который был при советской власти. Ведь когда подбирался состав будущего городского совета или районного совета, так, уже заранее все планировалось. Правда, занимался этим делом орготдел городского комитета партии, районного комитета партии, областного комитета партии. Но заранее уже предусматривалось, ага, вот этого мы будем рекомендовать человека. Он подойдет и будет неплохим зампредседателем главы администрации, районного совета. А вот этот сможет руководить коммунальным хозяйством. Да. Это заранее все планировалось. Да. И сейчас, ну, кандидат уже выдвинут, все, но в их составе есть неплохие руководители нынешние, которые могут принести большую пользу районному совету и будущей администрации этих районов. Да, вот вы сказали про практику вот прошлых советских лет, когда вот так вот выдвигались. Даже вот я вспомнила, у нас такие прекрасные есть примеры. Елена Шпакова, которая кондитерскую нашу фабрику создала, она тоже рассказывала о том, что вот ее партия выдвинула. Максим Аваденко, наш известный самарский металлург, он тоже, так скажем, по такому направлению пошел. И не ошиблись, да, вот в таких личностях, в таких производственниках, прекрасных людях вообще. И вот знаете, что еще хотела уточнить, на ваш взгляд, сегодня горожане осознают вот свою ответственность? Вот предвыборная ситуация такая, так скажем, достойная? Или все-таки есть такая вот инфантильность, равнодушие, непонимание, даже незнание, отсутствие информации у людей, такое вот безразличное отношение? Вот как это еще продвинуть? Вот сознание того, что все-таки нужно голосовать, идти на выборы. Вы знаете, есть и то, и другое. Во-первых, после проведения выборов губернатора, когда активно и значительно усилилось население, положительная активность, когда максимальный процент отдали голоса за
кандидата, который действительно достойно может руководить областью. Но и на том этапе, вот я был доверенным лицом Николая Ивановича Меркушкина, встречался в многих коллективах, железнодорожных, городских, на заводах, фабриках. Вы знаете, есть часть населения, которая, по-моему, я не знаю, какой же должен гром грянуть, чтобы он, наконец, как это говорят, перекрестился. Такая часть населения есть. Но эта часть все-таки сокращается. А более такая сознательная часть, которая понимает, что от того, кто будет руководить областью, городом, районом, районным общественным советом, домовым советом, от этого много зависит. От этого много зависит. И я думаю, что на эти выборы все-таки и явка должна быть поактивнее. И вот именно выбор людей должен все-таки склониться в пользу того, чтобы единая команда все-таки и областью, и городом, и районом руководила. Без этого нельзя. Ведь как бы там ни было, а в те старые времена наши, а я все застал. Мне вот через 3 месяца 80 лет, 50 лет проработал. Я все видел, все анализировал, все наблюдал. Тогда единая команда, и этой единой командой руководила партия. Сейчас другие условия. Мы сейчас доверили руководству единой команде губернатора. Надо, чтобы единой команды, это я повторяюсь, может быть, но именно за эту единую команду проголосовали, но потом народ вправе спросить с избранников своих, если что-то пойдет не так. А я уверен, все-таки улучшение жизни города будет. Оно наглядно, сегодня уже видно. Сегодня, вы посмотрите, город же преображается. После десятилетий этих распри между областью и городом, после вот этой разнопартийности, каждый представляет свою партию, у каждого еще есть какое-то руководство в Москве, которое ему советует, иногда дает советы. Цель этих советов не как улучшить дело, а наоборот, как ухудшить. Чтобы потом на этой волне в Москве выступить и сказать, а вот глядите там в таком-то городе, в таком-то районе, в такой-то области, как плохо все. Им надо, чтобы это было плохо. Чтобы было, что говорить в Государственной Думе. И все это, к сожалению, не идет на пользу дела. Да. Ну вот, и прям буквально минутка остается. Самые главные слова. Вот почему все-таки нужно встать с дивана? Еще раз такой небольшой итог. Ваш призыв перед 13 сентября. Ну, во-первых, встать с дивана, именно пойти проголосовать, это поднять прежде всего себя. Себя в своих глазах, в глазах своих детей, внуков, а у некоторых даже, как у меня, и правнуков, что ты причастен к общественным, городским и районным делам. Это раз. И второе. Вместо того, чтобы ворчать, что все плохо, при помощи этого шага, как раз своего поступка, добиться, чтобы было лучше. Все. Спасибо большое, Михаил Федорович, за интересную беседу, за вашу практику. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание. До свидания.